Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Poco X4 GT. И сейчас я покажу вам, как перейти в режим recovery на данном устройстве. Для этого мы отключаем телефон. После чего зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. И таким образом мы попадаем в меню Recovery. Здесь есть различные функции. Мы можем перезагрузить устройство, очистить, удалить все данные или перейти в безопасный режим, или связаться с ассистентом. И в принципе на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.